недалеко, но слева ближний. У фланга будет слева дальний. Ну а танка Войда, Мишка будет. Мишка, ты где там тоже ходишь? Ну, далеко. Что мне делать еще раз? Я, блядь, только пришел. Ты понимаешь, здесь провал безумный. Через портал к ёбу сразу. Сейчас мужики тоже на первых не забейте. Кто с меткой убегайте. У тебя будет ЖК справа, ой, слева дальний портал. У Виталика у нас слева ближний, у меня справа ближний, у Кризи справа дальний. Все, давай. Не, почему три танка? Войд, Мишка и... Не, утроп не в танке. Утроп в ретрике. У нас Мишка есть. А, мне в ретрике, да? Надо... Хорошо, окей, выключи. Давайте утроп каски, Виталий Кунку, Ваки, Андерис, МП5. Смотрите пока. Ну, выбегать будут с мягкими из этой земли зоны. Че, в трубу где заходить? А, погоди. Или я не захожу? Вообще не заходишь. Там лагает что-то, непонятно. Ну, вообще не заходишь, все, все готовы, да, пойдемте. Как раз лужа прошла. Додехи не стоим, что здесь не будет. Стоим и не шевелимся, сейчас не запускаете. Мишка, ты что здесь делаешь? Ты должен под боссом быть. Шаман, ты что, хилиться не можешь? Ламба. Верно потом. Не щадите их! Бейте без промаха! А где Мишка-то? Я что-то его вообще не вижу. Мишка, ты чё делаешь? Ты чё мне сказал, танчить умеешь, блядь? На плюс ноль. Чё ты в РДД зоне делаешь вообще? Не щадите их, бейте без промаха. Мишка, Кнос. Сука, да не... Ты понимаешь, что по лужам нельзя бегать? Нихуя не понимаю. Я бэйли, сломал. Убейте ёбаного моба, убейте его. Все, РДД большие. Тяжелые медики. Дайте кулак по паладинам, куда их. Черепка уходим. А Шулечка, ты отходи от черепа, блядь. Пахнет. Заходите уже скоро, подходите. Я как раз здесь портал, не что.
Переходим к второму фрезе и Ламба. Виталик. Факт, мой ближний. Тут кто-то в портал не хочет заходить. Здесь есть портал такой. Вот. Заткнитесь собственной ненависти. Все, пошли мы. Диспелить кто-то будет магию? Почему? Один. Руля тот. Да, оно забагалось, не бейте ее. Все, выходим, выходим. Выйдем, давайте. Теперь, наверное, можно бить не за. Кантер будет тяжелый. Ребят, скажем. Черепок. Милики. Сзади еще это, порталы пойдут. На им похую, череп бегает по рейду, они вместе с ним стоят. Задохнитесь собственной ненависти. Задохнитесь собственной и пищите смертные. Пиздец, короче. Близок. Ой, блядь. Вернулись. Давай, Рос. Давай, Рос. Жека заливал. Шаман. Дерис, ты первый раз? Профессионалы, короче, в рейде одни просто по КД. Стоишь лицом к боссу, на. Нихуя не знаю, блядь, тактику нахуй. Сливает мне все так это самое. Поберем сейчас одного ХД. Надо менять паладина и этого, который Кнос. Кнос, понятно, рейд. Хорошо, да, вообще, аварил. Как бы можно хотя бы предупредить, что ли, или не стой. Отвернись, там отбери. Там не стой, так там ты не тут стой. Первый раз, что ли? Так ты тут первый раз. Я на нем был там где года три назад последний раз. Забыл, что отворачиваться надо, да? Машулечка тоже забыла. Я в принципе месяц три не играл. Да похуй, сколько вы не играли, вы нихуя не понимаете, блядь. Просто пришли и стоите. Так объяснил бы, я пришла помочь, вам нужен был РШ, мне это нахер не надо. Ага, ну понятно. Понятно, ты и так слишком много про меня говоришь. И когда говорили про дисплеи, шаманы то не дисплеят. Если бы я могла, я бы это сдисплеила. Допустим, наши появились. Утроп спит, не ставьте. Да, я спекусь.
А, так сейчас все равно их суммонить надо идти. Ну он там припер, может, кем-то. Ты кем его взять? Жека, спекнемся на тебя. Сила. Там, короче, магию могут диспелить присты, паладины. Диспелить с людей, которые, ну, щупальцы вешают дебаф, который замедляет скорость бега. Укроп, там, Виталикон только вы можете диспелить, если и пальпация. Я по возможности, конечно, диспелю. Нужно стараться быть недалеко от всех людей в рейде и диспелить со всех. Потому что шаман диспелит три других дебафа. Диспелить на этом боссе обязательно. И без каких-то замедлений там. Не через 5 секунд, не через 10, а сразу. Чего вы его самоняете? А? Там демоном как комнате нормально? Да нормально. Там нормально любым классом, если человек знает, что там делать. Ну у тебя смотри в комнату, ты с ШП Хризи. А, и вот. И кого-то еще, Ламбу, не знаю. Ну, Ламбу уже в Эрдру. А, в Эрдру? Ну, ладно. Ну, что-то вот туда мажет, там, не знаю, как Виталикон в комнате. Нормально был, нет? Я отлично, я понял все. Нормально. Все, вот его можете. Объясните мне три вещи, пожалуйста. Что объяснить? Три вещи. Короче, что за череп? Это человек с черепом? Или ага, что? Нет, вешается. Да, вешается. РЛ вешает метку черепа на человека, в которого зеленая локовская морда прилетела. Койл называется. Зеленое говно такое летит сверху. От него надо отходить. Да, от этого человека, в которого она прилетела, надо отойти, потому что через 4 секунды она будет перекидываться на ближайшую цель в радиусе 12 метров. Окей, поняла. Вторая вещь. Отворачиваться, когда красная херня вот эта вот горит. Или чё? Какая красная херня? Короче, когда отворачиваться надо? Сейчас я тебе объясню. У тебя будет показатель здравомыслия. Их 100. Всякие способности босса снижают это здравомыслие. Если ты их опустишь до нуля, ты законтролишься. И тебя, если даже резнуть, ты все равно будешь под контролем босса. Этого нельзя допустить. Да, это я знаю. На третьей фазе, когда... На третьей фазе, когда появляется босс, над ним 5 секунд будет появляться череп и кастовать фиолетовые лучи в тех, кто повернут к нему лицом. Поэтому, когда босс начинает смеяться, надо отворачиваться спиной к боссу. Тебе вообще всегда надо стоять спиной к боссу и хилить весь рейд. Вот. Поняла. Дальше. Здравомыслие в 25-ке его же пополняют. В 10-ке нет такого, что ли? Его пополняют только когда активируют Фрею, хранительницу. Здесь нет хранителей. Это плюс 0. То есть нету хранителей, нету помощи хранителей. Отсюда и плюс 0. Поняла. То есть это показатели, за которым надо следить лучше, чем с помощью хранителей. Теперь я поняла, Слава. Ну вот видишь. Аня, пальпация, у тебя получается портал слева. Какой? Слева дальний, да, получается у меня. А у тебя Виталий слева ближний. Да, а понял, понял. Ага, а у нас Лизи все так же. У меня ближний, у него дальний. С правой стороны. Комнату. Я Хризи, ну, Виталия, пальпация. Ну все.
где справа, слева там. А, ты сказал, да? Да, я. Череп. Все уже тут. Где он там? Поперки. Дайте по паперу. Кто еще придет в портал? Кто там кто еще? А все, все готовы, сейчас уже придет. Пройдите. Все, пойдем. Встали на одну точку и не двигаемся. Все. Твой, твой. Следующий мой. Ненависть и ярость направляют ваши удары. Я буду, в принципе, забирать, если медленно будет появляться. Заберу. Окей. Давай, ты левый, а я из рейда. Все, бегаем, штука. Все, все, остальные. Да-да. Там сзади маленький. Ой-ой-ой-ой-ой, кто там, щупальцы. Иди сюда, Жека, Жека, иди сюда. Я ж портал, пошли со мной на ту сторону. На ту сторону пойдем со мной. Мне ж там в портал заходить надо. Ну, ждем, смотрим, когда портал. О, у меня есть. Пак-пак, Кризи и Хантер. Как раз Кризи и Хантер. Что здесь с Кризи? Он здесь заходит. Все, заходим в портал. Магию паладина не спит. Зеленый луч, осторожно, Машулечка. Что там? Что мозг, блин? Разбивайте магию. Разбейте, чтобы я тоже мог бить. Удушающе. У него 40 тысяч, 20 тысяч хп. Секунд. Выходим. 7 секунд выходить. Выходим. Выходим. Несколько раз жмите на потом.
черепа, от черепа. Трепещите, смертные! Ну, другой. Конец близок! Приходите. Сейчас череп не повешался, отходите, зеленое говно по рейду бегает. Собственной ненависти. Все, сейчас переведут у них. Сразу спиной хилы к боссу, вот так встаете к воротам лицом. Здесь. Поближе к боссу, встаньте же спину. Сворачивайтесь. Давай, Рус. Бери войск. Хорошо, подъем уже. Дробяшка, неужели упал? Какая? О, писала, да? О, ебать, на посланника, нихуя себе. А тринку, да? Можно ролить? Конечно. Да можно, конечно. И рецепт тоже все ролите, чё? Рецепт мне, пожалуйста, кожевку надо, никто не ролите, блядь. Ну-ну. Не главное этот молот. Дайте двуручный. Ебать. Блядь. Ебёт. А вот тренька вот эта на посланника нормальная вообще, нет? Ты мне что-то? Колокол. 136 крита. Кто-то же вызывал на йоге, когда мы так вот. Че, все? Или че? Да, полностью зачищен. Не знаю, ИП на усмотрение, да. Ну, скажите, кто был в рейде, я дам. Я был, Крейзи был. Виталия, Хантер вот со второй группы, блин, не тупой. Крейзи и я был. Пошлите по фасту и ВК снесем десяточку. Перенеси там в пати, кто первый, второй, кто был, чтобы я и подал. Да. Кто фул был. Вот первая группа на фул ушла. Вчера. В ДШБ шмоте сильно сложно там. Там танков пробило. По первом боссе особенно. И на последнем жуке особенно. К
Короче, жмук сролил двуручную пуху и стоит, ничего не делает, короче, афкашит. Да, блядь. А кто это? Вар? Один? Это Лок. Зачем Локу двухручное оружие? Дробяшку тем более. Он в гильдии же? Блин. Нет. Нет? Как нет? В гильдии он. Это ж нуб же. Жаль, ты же помнишь, что мне еще нормальный шмот на рестора надо зачарить чуть-чуть, да? Перчаточки там. Так кто там на фул был? Первый потери какой? Первая группа фул была. А вторая не были, да? Да. Ну да, меня вчера не было. Кто там? А кто утроп не был? А кто еще был, не помнишь? Ну, я помню, еще Хмель Сунели был, потом кто? Шаман, как и девушка там тоже, я не помню никто точно. Ну, кто еще? Фурика этот, Англи, ой, он танчил про товара. Кто еще там? Два Фурика, два Ханта, Ретрик, потом я, Декош, Декашин там был. Сусил. Так, а, давай. Да. Сейчас, сейчас мне еще 4 ника, только подожди по порядку. Как только начислю, будешь следующий говорить. Так, Джест, сейчас я ищу пока. Так, еще кто? Хмелисунель еще? Да, Хмелисунель. Так, еще. Англив. Англив. Бля, кто еще? Это шаман же был. Вот это шам. Мика какая-то. Я не помню отлично. Не-не, шам наш был. Потом это... ДЦшник этот был. Сейчас найду, если. Икс Обливион? Да-да, Икс Обливион. Все, 8 человек накинул, а 2 солчата было или как? Шаман тоже наш был. Все же наши были. Меньше шамана. Шамана сейчас не приду, если. Ну, Мимика это. Как ее зовут? Мимиха, да, вот, шаман, да. Чё ты, кто десятку зовёшь? Вон, Зелон. Пишет Хризи. Кто был? Зелоне. Что это такое? Зелон. Зелон это Фурик. Но он не был с нами. Нет. Короче, 9 тел начислил, 10-й не знаю кто. Я точно тоже не помню. Сейчас я ему доказываю, ну. Вэн заливал уже видео со вчера.
такое? Сцелка. Славик, ты тут? Угу. Пойдем это. Поможешь мне билд сделать на протовара. Я не знаю, тут знакомый посоветовал, только я не знаю, правильно или нет. Может, ты глянешь там. Что там? Что изменить там? Нет, чисто для трэша так ППГ. Ко мне там нафармить и уже это. Знаете, кстати, по-моему, делать плюс 0 в десятке невыгодно, потому что если ты не делаешь плюс 0, то падает две шмотки вот этих 219, а так падает одна 232, то есть типа в два раза меньше шанс выпадения тринки. Так, 5... Там 5% меткости вара надо. Вой, ты идешь? ВК. Да, кто там нужен? Или Хива, или ДД. Потом зайду.